турнир КВ ЧИР. Но здесь один нюанс, у нас есть запрет. Да, озеро Лабанкыр. И запрет у нас. Ловлю только одной снастью. Будем обходить запрет. Озеро Лабанкыр, ЧИР, 5 утра. Регистрируемся за час, 4 часа. Зарегистрировались. Идем на жемчужину Аймекона. Здесь у нас ямки уже пробиты заранее. То есть дно мы промерили. Достаем крабовое мясо. Одна ямка. Донные улочки. Вторая ямка. Моллюск. Вот чир у нас уже солидный есть. Претендент на победу. Ну, посмотрим, как играем мы на три донки при запрете. Ловлю только одной снастью. Итак, забрасываем по ямкам. По ямкам. Крабовое мясо, моллюск. И третью донку крабовое мясо. Смотрим, что ловят боты. При таком запрете, когда ловить нужно только одной снастью, нужно за 10 минут до каждого часа, вот сейчас 4.30, в 4.50 мы убираем все удочки, оставляем только одну, ну любую, какая вам нравится. Потому что рыбнадзор появляется каждый ровно каждый час. Вот за 10 минут мы выбираем одну, вторую и ждем рыбнадзора, который нас обнаружит в руках только одну донку. Поглядываем, что ловит боты. Вот, рыбнадзор появился, мы его не видим. Невидимый. А если бы у нас стояла еще хоть одна удочка, получили бы штраф. И через 10 минут, то есть в 10 минут начала каждого часа, можно доставать недостающие донки. Они у нас попадают в те же ямки, которые мы проверили. И продолжаем ловить. И так каждый час за 10 минут убираем снасти. И 10 минут следующего часа достаем. Если же в этот момент, допустим, время без 10, такой-то час, а у вас 2 или 3 удочки клюнуло, вам придется пожертвовать. Если не хотите попасть на штраф. Жертвуем более там, мелкой рыбой, видно, чувствуется, какая помельче. Сбрасываем ее с крючка, то есть пробел нажимаем. И убираем удочки, оставляем только одну. С более крупной поклевкой или просто без поклевок одну удочку. За 10 минут не забывайте, будьте на чеку, запрет, убираем пару удочек. Вставляем одну. А на одну можно ловить много. Запрет, как мы знаем, у нас ловля только одной снасти. Турнир КВ ЧИР. Вот еще одна ЧИР, по-моему. Может быть, даже трофей попадет. Здесь трофей есть сейчас. Время 6. 10 минут достаем. И достающий донки. И так каждый час. За 10 минут убираем. В начале следующего 10 минут достаем. Немножко приходится подсуетиться. Но турнир закрыт, и поэтому стоит играть. Боты пока ничего не поймали, прилично.
Убираем вон стрелки прям. Вот одну, еще одну, одну оставляем. И вот с удочками, с управлением удочками, переключение на ту или иную удочку, убрать удочку ту или иную, нужно здесь вот, первая, вторая, третья стрелка, время, начало восьмого, достаем, опять то, что у нас не хватало, и они у нас падают как раз в те ямки, которые мы пробили, там, по 12 метров, 12, 11. Вот видите, переключились на первую. Вот так. Килограммчики. Ну, опыта немного. На донку ловим. Удочка до дна у нас не достанет, приходится ловить поплавочную, я имею в виду, приходится ловить на донную. $7.50, убираем, вставляем одну, любую. Восемь часов. По старой привычке мы в 8 часов пополняем шкалу пищи до полной. И все. Теперь мы на еду не смотрим уже. Одна маленькая проблемка ушла. А используем эту шкалу как таймер по уменьшению до нуля еды. И время уходит как раз к конец турнира. То есть наблюдаем за этим временем, за нашим таймером, и наблюдаем, чтобы было без 10, мы вовремя убрали удочку. Ну хотите, ловите на дно. Ну, мне кажется, можно и так вот подергаться немножко. Управляем, переключаемся на первую, на вторую, на третью вот здесь. Убираем их вот этой стрелкой при необходимости. Подходит к концу турнир. Видим, продуктов у нас уже в желудке не осталось. Еще на один час, мы как раз так и есть. Убирали, доставали удочки. Еще один раз так сделаем. Здесь вот не прозевать главное. Вот без 10 выбираем одну, вторую, одну оставляем. Рыбнадзор ушел, 20-10, достаем недостающие. Ну, еще может ловить получается. Шкала пустая. Ну, собственно, ну, давайте вытащим.
скорее всего, победный, посмотрим. Убираем удочки. Одну, вторую. И третью донку. И достаем в спину. С любой блесной. Мушка, пилки все равно. Выпиваем виски или эликсиры. Виски. Одну рюмочку можно. Полную стол. Ждем результата турнира. Вот. 8 килограмм у нас. Дальний суд на 34150 очков опыта. Вот денег, сколько мы получили. Спиннинг, путевку и эликсир. Все, возвращаемся на базу. Я сразу обычно смотрю, вот сейчас вечер понедельник, нет турниров вообще ближайших, поэтому спокойно. Хотите, продавайте сочетную рыбу, здесь меня ничего не интересует, отпускаю. Всю рыбу отпускаю и похмеляемся, уходим. Достаточно. Дальше у нас время к 22 будет смена квеста 22. Это за 10 минут можно сохраниться, а может быть и не будет. Квест объявляется через день или же при выполнении квеста в этот же день. За 10 минут сохраняюсь на всякий случай. И те очки мы сохранили свою победу. И если квест, допустим, начнет сейчас, нам не понравится, съездим, посмотрим, не понравится. Мы можем несколько раз откатиться на это же место. Вот Армения, допустим, квест. Мы смотрим, запреты есть там у нас? Нету. И слетаем. Если не понравится, вернемся сюда же в это же время. Летим. Смотрим квест, какой тут в Армении у нас. Сиванская храмовая, килограмм. Подумаем, стоит играть или нет. Ну и так далее, короче. Все, на этом закончили. До свидания.